Всем привет! Итак, кто стал счастливым обладателем вот такой вот Air мыши? Обзор уже был. Сзади русская клавиатура. Но в чем проблема? Русская клавиатура. Китайская, тут правда букву Б, короче, пропустили, но это ерунда. Ну, в общем, сталкиваемся с такой проблемой. При наборе не переключается раскладка на русский язык. Что нам нужно сделать? Продемонстрирую. Так, необходимо нам установить программку. Называется она. Сейчас зайдем. Так, заходим в приложение. Программка называется Russian Keyboard. Вот она, я ее установил. Но установить ее надо, я ссылку под видео оставлю. Там в этой программе можно поменять переключение раскладки клавиатуры своим символом. Если скачаете другую, там бывает такого, что нет. Далее, что нам нужно сделать? Установили вы эту программку. Открываем ее. Открываем аппаратная клавиатура. Переключение раскладки выбираем. Обычно стоит Alt-Shift. Здесь, как вы видите, есть свой код. В своем коде выбираем клавиша Caps. Но она выполняет здесь роль переключения раскладки регистра. То есть маленькие крупные буквы. Вот Caps. Ну, в этом нет ничего страшного. Когда вы будете клацать, ну, английская, русская буквы будут переключаться. Итак, далее, что мы делаем? Выбрали свой код, нажимаем, после того как выбрали свой код, нажимаем ОК, выходим отсюда. Ну, теперь еще нужно на самой приставке включить эту клавиатуру. А включить ее надо ее сначала поискать. Итак, куда заходим? Заходим в настройки, расширенные настройки, MoSetting. Далее переходим. Мы язык и ввод. Далее выбираем виртуальная клавиатура. И вот здесь вот, если у меня она сейчас включена, она вот здесь видна. Но когда вы только установили, она не будет показываться. Вам надо будет просто нажать управление клавиатурами. Тут появится вот такая, видите, вкладочка Russian Keyboard, и вы ее включаете. Вот у вас будет выключена, вы включаете, соглашаетесь, окей. Все, клавиатура в управлении есть, но еще одну настроечку надо сделать, после которой вы сможете пользоваться русской раскладкой. Опять же, заходим в настройки. Здесь есть пункт клавиатура. В клавиатуре, как видите, сейчас текущая клавиатура Android. Но нам необходимо выбрать Russian Keyboard. Выбираем Russian Keyboard. Окей, текущая Russian Keyboard. И теперь проверим работоспособность нашей клавиатуры. Заходим в приложение. Заходим в Chrome, например. И пробуем набирать. Набираю с помощью, блокирую курсор. Набираю с помощью клавиатуры. Как видите, сейчас английская раскладка. Нажимаю Caps. Все, буквы поменялись на большие и русская раскладка. Сейчас покажу. Езукен. Переключаю Caps еще раз. У нас английская раскладка. Опять Caps, опять русская раскладка. Итак, ребята, если видео вам понравилось и у вас получилось настроить клавиатуру с переключением на русский язык, обязательно ставим лайк, подписываемся на канал. На этом все. Спасибо, друзья, до свидания.